Друзья, Ялта, море. Сейчас ходим на Массандровский пляж. И приятного просмотра видео. Красивая здесь поляна с тюльпанами. Ресторанчики работают, все вот эти. На набережной Терияки, Hungry Bird, Ялта. Рядом этот пешеходный. Здесь, кстати, на реставрации делали плитку вот эту на полу. Здесь пешеходный на Вещевой, Игнатенко, Рузвельта. Смотрите, как сделали неплохо, в принципе. Рядом здесь. Лучше, чем было. Река. Гостиница Крым здесь находится. Так что вот такую сделали плиточку на пол. Очень даже красиво стало. Там еще на Вещевом делают в районе Черноморца магазина Крым, видите? Знаю, куда сейчас пойду, или на Массандровский, или опять на набережную вернусь. Хочется и на Массандровский пляж пройтись. Посмотреть на море, уже прогуляться. Давно не был на Массандровском пляже. Здесь тоже цветы растут, смотрите. Красиво. 21 сегодня апреля 2022. Ялта. Так что движение какое-то такое. То едут машины, то стоят. Ялта. Друзья, Ялта, граффити, смотрите, как нарисовали на стене. Тут, где Вещевой рынок. Все стены в таком граффити. 21 апреля 2022. А там тоже открываются виды. Смотрите на Ялту какие. Рядом. Видите, как красиво. И на горы. Вещевой рынок. Центр. Ялта. Кому понравится видео, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал «Крымский путешественник». Привет с Ялты, с Крыма. Смотрите на горы, какой вид открывается. Вообще красота просто. Ялта, Крым.
Друзья, всем привет! 21 апреля 2022, Ялта, Крым. Иду на Массандровский пляж. Посмотрю на море, подышу свежим морским воздухом, прогуляюсь и вам покажу. С этого места видно Поликуровский холм, храм выше Массандровского пляжа. С видом на горы Ялтинские. Если с рынка можно и так подняться. В принципе. Что, ну, вид, конечно, на храм красивый отсюда. Там если идти на Массандровский, то туда сейчас. Да, дорога на Свердлова, на Массандру. А нам на Массандровский пляж. Старинные домики здесь такие. Все, смотрите. В принципе. Детская площадка есть. Погода у нас хорошая в Ялте. Солнечно сейчас по времени. Где-то уже после обеда. Домик. Красота, да? Здесь фрукты, овощи внизу продают. Парикмахерская наверху. Сейчас, если прямо идти туда, к Массандровскому, здесь овощи, фрукты, то я иду дальше. Сейчас на Массандровский. Тоже пут есть, вон там супермаркет, что все работает, все хорошо. Идти как на Массандровский пляж. Магазины всякие. Также эта дорога и на гостиницу Ялта Интурист идет. Рестораны, шашлык на мангале вон делают. Ялта, море уже, Массандра рядом. Восточная кухня. Европейскую дайте нам сегодня. Супа, гарнира, да, с котлетой было бы. Вот это прикольно. Вкусно, сытно. Друзья, и запить это соком вкусным. Самый лучший обед. Чебуречную сделали там напротив Боткинской, как идти по Пушкинской аллее. Получается. Вот дорога вот пошла на Ялта Интурист прямо. А мы вот так пойдем. Спустимся. Крымско-татарское кафе, веранда с видом на море.
Массандровский пляж, море уже видно. Что вот так вот. Собачка, девочка. Собачка идет. Вот. Это где ваша собачка? Да здесь она рядом, да? Что, сейчас море уже рядом. Ялта. Крым. 2022, 21 апреля. Массандровский. Смотрите, здесь уже закрыли. Почему? С чем это связано? Массандровский, Ялта. Больше, чем пляж. Ялта, море. Массандровский пляж. Смотрите, сколько здесь бриллиантов, изумрудов красивых с видом на море, пальмы. Вообще красота здесь, конечно, на Массандровском пляже. А что забор сделали, загородили там? Также люди, смотрю, там есть. Ялта, море, Массандровский пляж. 2022. Друзья, Ялта, Массандровский пляж. Какая же красота здесь нахожусь сейчас, друзья, вам просто не сказать. Приезжайте и вы на Массандровский пляж летом, весной, зимой, гуляйте здесь, наслаждайтесь чистым морским воздухом. Набирайте сил, энергии и всего самого наилучшего вам. По ценам здесь меню, смотрите, ресторанчик. Чебуреки, свинина, говядина 120, баранина 120, помидор, сыр 120, микс 150. Гриль вон, барабулька 600 рублей, ставритка 0,5, 400 рублей. Рапаны, креветки 240, кальмары, мидии 200 рублей. Что вот так вот. Цены в Ялте, на Массандровском пляже, в ресторанчиках. Апреля 2022, Ялта. Крым.
Друзья, как же красиво на Массандровском пляже. Ялта 2022, Крым весной. Будет у меня новые видео, так что подписывайтесь, ставьте лайки. Добрые и хорошие люди смогут меня поддержать. Оставляю тоже в описаниях реквизиты. Буду вам особо благодарен за вашу поддержку. Ялта море, какое же оно сегодня красивое. Массандровский пляж. Ванночки, можно посидеть, отдохнуть. Также тоже столовая есть по-домашнему там наверху.
Как же красиво, друзья. Весна. Массандровский пляж. 2022. Море Ялты. Крыма. Люди на набережной гуляют Массандровской, морем дышат. Так что приезжайте и вы, друзья. Апреля 2022, Ялта, Крым, море, Массандровский пляж. Вид, конечно, вообще просто великолепный, смотрите. Летом здесь будет очень красиво. Смотрите, волны какие. Еще одна. Тут надо смотреть за волнами. Впереди вон грузовой порт Ялта Интурист. Актер. Все здесь. Пансионат. Смотрите, волны, море, вот это волны. И ветер, конечно, слышится. Люди. Красота. Волна, смотрите, какая, он и к берегу пошла.
Выше там Массандровский парк начинается. Всем спасибо, что смотрели, и до новых встреч в новых видео.